Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я снова ездила в магазин «Лента». У меня иногда бывает еще заскакивает муж в какой-нибудь магазин, ну там что-нибудь хлеб-булочку покупает, ну и всякую бывает ерунду. Вот. А в основном основные продукты закупаю я в «Ленте» и вот вам показываю каждый раз, когда езжу. И еще по поводу чека. Я не называю цены сразу, потому что очень часто, особенно на овощи, фрукты, цена, то есть ценник, который вот вылезает, да, когда вы взвешиваете, он один, а на кассе потом дают скидку по карте, да, то есть и цена становится намного меньше. Поэтому, да и у меня столько позиций, что я не запоминаю, честно. Я примерно могу сказать, что там примерно в районе там 100 рублей или что-то в этом духе, но так, чтобы прямо досконально запомнить, нет, я не запоминаю, поэтому чек показываю вам в конце видео. И кому интересно, досматривайте видео до конца и узнаете все цены. Ну и сейчас покажу вам, что я купила в этот раз. Итак, вот мои небольшие покупки. Ну, по мне так небольшие. Все такое в основном по делу в этот раз взяла. Значит, купила филе горбуши. Она была со скидкой в чеке. Потом покажу. Чек в конце видео будет. Потом замороженное филе минтая. Мы смешиваем вместе и делаем котлетки рыбные. Дальше купила печенку куриную. Что-то мы давно не покупали и давно не ели печенку. Как всегда, две упаковки куриных грудок. У меня их любят дети. И купила еще на всякий случай вот наггетсы. Одну упаковочку. Дальше здесь у меня вот этот сыр. Андронова лавка, про который я вам рассказывала, что он очень вкусный с окорочком. Если кто-то из вас уже попробовал, напишите, как вам понравился или нет. Но у меня вся семья любит, и он не всегда бывает в «Ленте». Вот в прошлый раз, когда я была, его не было. Вот в этот раз он появился. Снова я взяла кусочек. Он как бы не дешевый, по-моему, 199 рублей, что ли, за вот эту упаковочку стоит. Но очень вкусный. Так, также взяла, как всегда, российский сыр. Вот такой. Так, взяла краковскую колбаску. Мне очень ее любит муж. Вот эту. Ну, вообще, любую. И, кстати, вот эта Черкизова, неплохая марка. Ему нравится. Кусочек маленький вот такой колбаски дымов зернистой. На нее, по-моему, акция какая-то была. Сардельки. Меня тоже спрашивают, зачем мне столько много сарделек. Сардельки у меня муж любит. С утра делал себе яичницу, яйцо вместе с сарделькой. Ну, или с сосиской, с чем-то таким. Вот. Дальше хлеб. Ладушкин, наш любимый. Это питерское производство, еще раз повторюсь. Вот такой делен. Вот такой пшеничный взяла. И вот такой затея с морковкой. Тоже любим, но это питерское производство, девочки. Так что, если вы не из Питера, я думаю, можно не искать такое. Дальше у меня здесь сметана 10% простоквашина. Масло сливочное, Вкуснотеево. Обожаем это масло, очень вкусное. Также там была скидка на вот эти вот сырки. Они мне, кстати, очень нравятся. Светлогорье. Вот, разных вкусов набрала. Одну штучку я уже съела в машине. Тут разные шоколадные такие. Тоже у меня любят. И я, кстати, люблю вот эти сырки. Вот это у меня любят детки. Вот такие творожные палочки взяла. И они у меня давно просили уже вот такую шоколадно-молочную пасту, которая по составу, ну, такая. Не сильно, конечно, уж тут прям химии-химии, но иногда я им покупаю с булочкой на завтрак. У меня ребенок в садике не завтракает, он завтракает дома, поэтому да, на завтрак можно такое. Так, дальше увидела новые макароны. Я все по новинкам любитель. Вот такие щербинские. Я их раньше не видела, но вообще вот эти щербинские неплохие, кстати, макароны. Вот, какая-то лагман лапша. Вот, ну, я надеюсь, будет вкусно. И также от Макфа новинка вот такая, ну, по крайней мере, для меня новинка, я раньше такие не видела. Станичные вот такие с муска второго сорта, источник клетчатки. Видите, они такие прям коричневые-коричневые. То есть
Эти желтые, а эти прямо коричневые. Ну, не знаю, попробуем. Я взяла одну пачку на пробу. Может быть, и правда вкусные будут. И вот такие тоже. Вот такую, я не знаю, знатные. Вот эти вроде бы они продавались уже раньше. Но вот в такой упаковке, по крайней мере, я не видела. Раньше тоже решила купить, попробовать. Дальше маме чай я взяла. У меня мама очень любит зеленый чай. Она любит в него там добавлять всякие апельсинчики, грейпфрукты и тому подобное. Вот она меня попросила, взяла ей вот такой. Я, кстати, зеленый чай не очень люблю. Я вообще не понимаю. Особо не понимаю зеленый чай. Хотя иногда бывает, могу и выпить. Наверное, вот это тоже сама попробую. Так, 3 десятка яиц. Дальше творог. Как всегда, пискаревский наш любимый. Дальше крупу, вот эту националь, гречу. Очень нравится мне вот эта марка националь. Она и не сильно дорогая, и при этом качественная крупа. Нам очень нравится. Взяла сахара, 3 упаковки, потому что я очень часто забываю его купить, когда он заканчивается. Ну, плюс компотики варим. Так, огурцы. В прошлый раз мне как раз не пробили, потому что там что-то со штрих-кодом было. Вот. Поэтому в этот раз взяла огурчики. Из фруктов у меня чуть-чуть. С прошлого раза еще не закончились. Что-то у меня перестали сильно много кушать фруктов. Вот, поэтому взяла 2 манго. Они такие вроде мягенькие, неплохие. И взяла чуть-чуть совсем вот такого винограда зеленого. Ну, совсем чуть-чуть на один раз. Потому что у нас часто бывает, знаете, чуть-чуть поедят, а потом в холодильнике портятся. Так вот, чтобы такого не было, я беру обычно совсем чуть-чуть. Вот на один раз детям поесть. Я не особо любитель винограда. Точнее, я люблю красный виноград. А дети у меня любят именно вот этот зеленый виноград. Так, ну и здесь бытовая химия. Порошок вот такой купила. Он был со скидкой, поэтому я его приобрела. Пакетики котам. И сухой корм тоже вот такой Феликс и Пурина. Девочки, вот вы, мне многие из вас пишут, что не стоит кормить котов вот такими вещами. Я согласна с вами на все 100%. Но у меня по-другому никак. Они ничего не едят, они треплят маме нервы, они орут у мамы под дверью, они кидаются ей в ноги. В общем, что с ними только не происходит. Кошки у меня сколько? 12 или 13 лет, а коту 9 лет. И, ну, вот в таком возрасте уже переучивать просто невозможно на что-то другое. Вот они любят Вискас, Феликс и вот эту Пурину. Феликс в пакетиках, которые не всегда они едят, через раз, в общем, и начинают тут маме орать. В общем, мне проще купить, да и мама тоже говорит, что достали, Наташа, съезди, купи. Вот, также взяла, там, видела упаковку бахил в ленте. Потому что, ну, там врач, если приходит, там, да и вообще куда-то пойти, вот с собой взять. У меня, кстати, в машине вот такой один рулончик тоже обычно валяется, потому что я их забываю там в садик, например, если на какой-нибудь утренник всегда одеваю бахилы. В школу у нас можно ходить только в бахилах, поэтому вот купила упаковочку. Так, туалетная бумага, упаковка большая, лентовская. И купила снова вот это... Вот этот бальзам от Чистой Линии, мне он очень сильно понравился. Я еще увидела там вот такой молочко для тела, то есть это бальзам, а это молочко, его тоже попробую. У него, конечно, дешевая вот такая мягенькая упаковка, но для меня это плюс, потому что я могу, не разрезая, выдавить все до конца. Очень мне нравится вот этот бальзам использовать с утра после душа. Я принимаю душ и наношу, он быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу и стоит недорого. И кожа мягенькая, бархатистая, то есть, ну, ни одного минуса я в нем не нашла. Хорошо увлажняет, особенно ноги. У меня обычно ноги вот ниже колен, да, они обычно сухие. Вот, здесь все отлично, супер. Я очень рекомендую, увидите где-то, возьмите вот эти бальзамчики Чистая Линия. Вот этот я еще не пробовала, попробую. Но вот этот вот очень классный, приятно, так ненавязчиво пахнет. То есть, ну, класс. За его стоимость вообще прикольная вещь, так что советую вам взять. Также взяла вот такие масочки, впервые их увидела, почему-то здесь написано Samsung. Я не знаю почему. Если кто-то вас знает, напишите. Вообще это написано Республика Корея.
Вот. Тоже на пробу они стоили что-то 70 с чем-то рублей. Но вот у меня вопрос, почему здесь написано Samsung? Samsung вообще технику делает, а тут масочки. Единственное, что мне кажется, они очень тоненькие будут, потому что они прям такая, видите, тоненькая-тоненькая упаковочка. Ну, не знаю, попробую, потом в пустых баночках расскажу. Моя любимая зубная паста Сплат. Я очень люблю, кстати, именно вот эту Биокальций. Она очень классная. Пользуемся всей семьей. И вот как-то покупала другие зубные пасты, не хотят у меня мою пользоваться, нравится очень Сплат, вот, особенно моим мальчикам. Также купила сок, мультифрукт, яблоко-виноград, яблоко-вишня. С соками тоже у меня все понятно, у меня вредные мужчины. И собаке купила вот такие макароны. Добавляет мама их в кашу, ну, буквально горсточку, то есть на большую кастрюлю, чуть-чуть совсем, как бы для сытости, наверное. Вот, и купила картошку. Кстати, по поводу картошки. Я все время в ленте покупаю картошку эконом, которая, вот видите, стоит она 19 рублей и хорошая картошка. Единственное, что она не мытая, то есть она как бы грязная. Вот ее выкопали, она обсохла и все. Но картошка, посмотрите, вот, очень хорошая, крупная, можно выбрать. А вот это вот, это просто земля. То есть внутри она очень хорошая, желтая, не разваливается, вкусная. Не знаю, я вот сколько покупаю, нам очень-очень нравится. Так что вот такие вот у меня покупки были. И вот очень рекомендую вам, девочки, если ходите в ленту или вообще где-то увидите, вот этот 100% возьмите, очень классная. Бальзамчик я, наверное, буду теперь все время покупать, когда буду видеть их в ленте. Так что вот так вот. Так, и вот показываю вам чек, цены. Вот видите, стиральный порошок 309 рублей стоил, поэтому я его купила. Да, пришлось еще пакетики купить, потому что мои что-то все разорвались. Да, вот этот сыр, видите, 199 рублей, ну 200 рублей по карте стоит. Вот эта дроновая лавка, который, как он, полукопченый называется, да? И вот это молочко, видите, по скидке получается 97, ну, считайте, 97 рублей. Молочко для тела, чистая линия. И фитобальзам тоже 97 рублей. Для такой цены это просто какое-то супер средство, честное слово. Очень оно мне нравится, не липкое, классное. Сумма 6486 рублей, скидка почти 2000 рублей. Вот такая вот закупка. Я надеюсь, вам нравится такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!